Телеканал Великая Россия. Сообщается, что Аль-Бараби Назиб, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал Сначала посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в течение 16 или 17 месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима. Однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы, и Аллах не спасал такой аят. Мы видели, как лицо твое обращается к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Так повернись же лицом к запретной мечети, и где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами, после чего он повернулся в сторону Каабы, неразумные же из людей, а именно иудеи, сказали, что заставило их отвернуться от киблы, к которой они обращались прежде. И Аллах Всевышний сказал, «Скажи, Аллаху принадлежит и восток, и запад. Ведет он, кого пожелает, к прямому пути. Вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, молился один человек, который после молитвы вышел из мечети и, проходя мимо собравшихся на послеполуденную молитву ансаров, которые обратились в сторону Иерусалима, сказал, что свидетельствует о том, что он молился вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Это, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبه وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبه